минутка из жизни следующая о моей медкомиссии. Знаете, вот очень хорошо, что мы захотели в туалет и решили зайти в детскую поликлинику, которая теперь стала взрослой, и на всякий случай спросить, когда будут врачи, которые мне еще нужны, после дерматолога и анализов крови. Это у нас инфекционист и терапевт. В итоге, представляете себе, инфекционист 6 июля только, а сегодня у нас 20 июня, и терапевт 7 июля. Так что вот такие рамочки. За эти рамочки, ну, я надеюсь, что мы успеем еще съездить к фтизиатру. Вот, ходим, бродим. Зато справочки, зато получили уже, записались к врачу, и, по крайней мере, я-то надеюсь, что это прямо сейчас, прямо завтра мы сможем сказать, оказывается, вот, нужно столько ждать. Вот очень повезло, что мы сюда зашли. Так что моя группа поддержки мне очень хорошо сегодня помогла. Вот она, наша группа поддержки. Вот.